Гайс, с вами Шимики, и сегодня у нас пятница 13-я, и в честь этого я решил поиграть в игру под названием «Пятница 13-я. Killing Puzzle». Так, давайте сразу в звуки найду, зайду. Так, в Книвертих... А, теперь не фертация, звуки, вот. Хорошо, субтитры есть. Автор готова, все есть. Играть. Их предупреждали, теперь пусть пеняют на себя воспоминания об озере. Классический Джейсон. Ой, давайте посмотрим, подожди, назад, что у нас вообще здесь есть. Озеро. Жертва Зэк. Заточение. Зимняя бойня. Я Нью-Йорк. Типа я люблю Нью-Йорк. Последняя надежда. Скотобойня. Выживание. Выжженная земля. Жестокое будущее. Возвращение на озеро. А, нужно только после покупки. Херово. А, потрошитель. Рыцарь ужаса. И доисторический Джейсон. Так. Таймер забыл подрубить. Ладно, воспоминаю озеро. Классический Джейсон. Идеальный маньяк-убийца. Этот образ всегда в моде. Особо опасный Джейсон. Это не его с вами заперли. Это вас заперли с ним. Ледяной Джейсон. Безжалостный убийца из криогенной камеры. Зомби Джейсон. Липкий, вонючий. Кровожадный. Утопленник Джейсон. Прикольно выглядит. 6 месяцев под водой разозлят кого угодно. Весельчак Джейсон. Добро пожаловать в рай на земле. Выход через магазин сувениров. Каратель Джейсон. Он в крови и пламени. Узрите его. Новый Джейсон. Новые технологии в деле. Он стал быстрее, сильнее, хитрее и... продвинутее. Быстрее на Терминатора где-то схоже. Деревенский Джейсон. Йо-хоу! Убийство по-деревенски? Ничего лишнего. Это как раз из последнего фильма, который был... Пятница 13, кажется. Последний, который был. Там такой же был персик. Джейсон Потрошитель. Джек будет не против. Так, средневековый Джейсон. Первый и последний король... кровавой резни. И последний пещерный Джейсон, это миллион лет до нашей эры. Отличное время для охоты. Ретро Джейсон. Вы и ваши друзья трупы. Игра кончена. Джейсон жжет. Огненный Джейсон. Электрический. Они казнили его на электрическом стуле, но только разозлили его. С него капает что-то очень красное. Кровожадный Джейсон. Все. Гипер Джейсон. Реальность может и виртуальность. Но ужас настоящий. Джейсон из третьей части. Более классические могут быть только в 3D очках. И последний. Токсичный мститель. Готов наказывать всех туристов. Окей, все. Играть у нас обычный Джейсон. Да? Да. И играть. 13 июля 1984 год. Лагерь озера. 20 лет назад в хрустальном озере утонул мальчик, пока вожатые занимались своими делами. Но потом всех их убили, одного за другим. Кровавая резня на хрустальном озере в пятницу 13. Их убили, убила мама того мальчика. А, поменять я не имею. Смерть маленький. Маньяка труд последний. Чтобы остановить ее, вожакам пришлось отрубить ей голову. Ее сын Джейсон до сих пор бродит в этих лесах. Стоп, а разве не мама мстил, не мстила за него? Да, разве там мальчик не утопленник? Стоп, возможно, я что-то путаю? Мясорубка на хрустальном озере.
Джейсон, солнышко, ты должен отомстить за меня. Используй стрелки, гейпады или мышку, чтобы двигаться и атаковать. Окей. А. Последняя резня. В принципе, можно... Убийство. Кровожадность. Уровень первый. Убойный склон. Какие мерзкие туристы. Пойди туда и покарай их, Джейсон. Да, мам. Да, это немножко такая логично. Последняя резня. Давайте по в середину зону смерти. Так, а я могу? Уровень 3 из 14 из 13, подождите. А А если так, а ну-ка. Так. Слишком много логики. А, это вообще без крови, да? Так, вниз. Последнее убийство. Убийство. Кровожадность. Полуночный убийца. А, почему они от тебя убегают? Ты у меня особенный, и сегодня твой день. Рождение. День рождения. Не убежала. Ну, давай. Убийство. Какой же ты у меня молодец. Вот тебе еще немного кровожадности. А теперь прикончи их. Спасибо, мама. Второй уровень. Получен. Ой-ой-ой, это у нас что? Ящички с какими-то вещами? Клик-клик-клик. Лом. Бронзовый класс. Добавить в экипировку. Да. У нас сразу два достижения. Мульц и Энзетой. Так, запомни, Джейсон, если нужна будет помощь, сразу же... Проси меня подсказать. А ну-ка. Не стесняйся искать обходы пути, Джейсон. Так. Так, стопэ. Вот так. Ну чё, куда ты бежишь? Давай, давай, давай. Убийство. Прямо в лодку. Враги в панике. Видишь, как они боятся вида крови? Убей их, Джейсон, за маму. Окей. Куда ты бежишь? Парниша. Ток-ток. И... Получай. 10 пролитых кровей. Так, чистильщик. Мерзкие, никчемные трусы. Как они смеют обижать моего золотого мальчика? Я вам молодец. Пам-пам. Так, все. Миш, обкурыш. Давай в воздухе его распепли. Окей, я думал, он его насадит. Последнее убийство. Давай, давай, давай. Убийство. Нужно лобик использовать будет. Мне шеводалим.
Обманный ход. Не балуйся возле озера, Джейсон. Ты не хочешь? Ты нехорошо плаваешь. А, я понял. Я могу утонуть. Я в ловушке, да, теперь? Сынок, тебе нужно оружие посмертоноснее. Перетащи 3 ненужные орудия в обмен ящичку. Подожди, я могу руки заюзать. Так, ладно, давайте я утону. Утопленник. Так, ладно. Я понял, что я плаваю херово. Давайте посмотрим, что будет с кулаками. Кровожадность. Какой же ты у меня молодец. Вот тебе еще немного. Так, это я считал уже. Это было все. Третий сучок. Что у нас тут? Клюшка. Бронзовый класс. А, ну-ка добавить. Дитя подвалов. Сейчас посмотрим, как будет. Я тебе говорила, насколько ты особенный, Джейсон. Ты очень особенный. Так, нет, давай. Я понял. Меня немножко надурили. Это мне не мачете, алло. Не мачете. Это клюшка. Кровожадность 3. Я не успел прочесть. Ты можешь загнать туристов в огонь, Джейсон? Накажи их за то, что они сделали. Так и сделаем. Пиромант. Хлоп-хлоп. Горим-горим, ясно. Ой, я же тоже могу, наверное, сгореть. Бля, нет, это не то. Нужно оружие менять. Сжечь заживо. Ну, это ладно, это легко. Аккуратней, Джейсон. Если ничего не получится, жми кнопку перемотать, чтобы начать сначала. Ладно. Кнопка перемотать находится сразу за мной. Там, короче, такая кнопочка, как, ну, перевернутая. Так, давайте оружие поменяем. Так, это значит все бронза? Это не такое, да? Прикольно, так, ломик. Золото. Давайте. Так, а здесь я сгораю. Ладно. Сделаем тогда так. Хорошо. Это было самое логичное. Раздавил. Камень на дно. Ага. Не забывай менять оружие, солнышко. В нижнем углу есть специальный значочек. Я уже поменял. Оу. Удачи поплавать. Так, а теперь мне нормально. Тихо. Давай, давай, давай. И опа. Блин, звук мачете. Значит, все, ребят. Одна анимация была и все. Да, 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 давай еще кровожадности. Новое орудие, новое орудие. И что это? Гаечный ключ. Надо добавить в экипировку. Возмездие. Так, это последняя жертва, Джейсон. Настал час расплаты. Ага. Так, час расплаты, ну... Так, сюда я умираю, умираю. А, я мог сюда пойти. Так, так, так. Готово. Ты не уплывешь от меня.
я утонул в этой озере, и ты утонешь тоже. Серьезно, он не утонул? Ну ладно. Хо-хоу! Рыбка, иди ко мне. Готово. Заточение. А, типа, тихо, нет. Выбор уровня. Худший позади, мясорубка на хрустальном озере. Как я понял, блин, достижений там очень много. FPS здесь, вот если брать игры тех, да, вот типа 2004-2007, 630 FPS. Здесь 180. Ну, не знаю, видите вы здесь вот сбоку. Справа наверху. Заточение, ладно, играть. Опа. Давайте сыграем за такого Джейсона. Джейсон Вурхес признался виновным. Убийца будет наказан. И взял был под арест. А, все трусятся. Особенно тот. Или он просто больной. Он восстал из мертвых. Преграда. Пора устроить побег, Джейсон. Не дай охране поймать тебе. А я специально дам. Достижение? Ага, это чтобы начать заново. А, ма. Так, убит. Полицейский грохнут. Последняя резня. Убийство. Готово. А, гиблое дело. А, они должны были тебя оправдать, Джейсон. Это была самооборона. Да, конечно, это была самооборона. А, так они меня не могут словить, когда я именно так двигаюсь. А, полицейских вас, значит, не обязательно убивать. Это хорошо. Не кричи, не кричи. Идемте далее. Операция «Барак». Кажется, этот парень пытался убежать от тебя. Аккуратно, там тьма. Ой, ладно, там ямы. А ну-ка, упаду. В могиле. Даун, в падении. Я в ловушке. Найс, 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 нет. Тихо. Последнее убийство. Оп. Типа насквозь прошел ножик. Следующее. Легкая жизнь не будет. Аккуратней, Джейсон, у тебя мало времени. Скоро здесь будет куча спецназовцев. Осталось ходов. Изи. В смысле? В смысле у меня закончились ходы? Вы что, шутите? Ладно, сделаем тогда так. Чуть не мискликнул. Сейчас должны шмотку дать. Да, да, давайте. Шмотку, 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 шмотку. Пятый уровень. Давайте что-то херительное. Каплевидный щитик. Ну, одену. О, достигните пятой коллекции. А они перевели. Ты можешь, если ты попытаешься в зону, охранники типа тебя арестовывают.
ангелы, что-то там. Не попадайся им на глаза. То есть мне нужно сейчас что-то вот так сделать. Оп. Главное не попадаться к охране. Налис. Щитом. Окей. Охрана умирает. Что-то тут там. Ты легко разделаешься с охранниками, если нападешь на них сзади. Так. А. Я проиграл, да? Еще раз. Минус. Минус. Ну, почти убежал. А, как бы тебе быстро добраться? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Нет. Раз, два, три. Сложно. Как сделать? Как это сделать? Я в ловушке, как бы. Алло, помоги. Получить подсказку. Так, сейчас я покажу, как решается эта задача. Смотри, в оба. Вот, оказывается, что нужно было делать. Да. Окей. Ну кто знал? Получай. А, тут, значит, без разницы, как я убиваю. Кровавый понедельник. Раньше я готовила тебе мясной рулетик, Джейсон. Помнишь? Мои золотце. Иди жарься. А, теперь я могу только зажариться, я понял. Прикольно. И все, и снова в западне. Ну это понятно было. Смоук. Я превратился в дым. Ладно, просто лучше перезапускать их, да и все. Так, раз, два. Так. Здесь не вариант. Один. И я этого не могу достать. Я не могу его достать. Что такое? Чем тебе помочь, солнышко? Ничем, подожди. Должен быть какой-то... Ну это понятно, я только так мог убить. А этот зажарит, вот все. Ой, была уже такая игруха наподобие, только для мобильников, кажется. Было все в квадратиках. А, не получится. Пойду к этому, он просто испугается.
Есть вариант это вот отсюда начинать как-то. Допустим. Пойду вниз, все, я проиграл, считай. Так я тоже как бы в западне. О, боже мой. А если много раз нажимать? Ничего, да? Ой, ё-моё. Просто если я отсюда вот с этого квадрата ухожу, то все. Я сюда уже не возвращаюсь. No! Но я все равно в западне. Пусть я его напугал даже. Ладно. Нет, я правильно все сделал, все. Я нужно было его просто запугать. Лазарет. Так, лазарет это значит госпиталь у нас. Так, где мои мачете? Все назад. И здесь я попадаюсь. А так я тоже нихера сделать не могу. Прикольно. Попадаю сюда, убиваю, но меня хватает. О, все. Я могу этих сразу поубивать. Почему бы и нет? Минус. И мне сейчас как раз шмотку дадут. Давай, давай, заполняй. Да. Изи, шестой. Клик. Мой бронзовый ключ уже был. Да. Смертельная казнь. По-моему, там нет выхода, Джейсон. Ищи дальше. Так, сюда. И безвыходность. Так. Выйду ли я с этой петли, мне интересно сейчас. Нет. Я этого не убиваю. Значит, нужно сначала этого убить. Блин, как бы так пройти, чтобы не убить этого? Я хоть так убиваю его. Мне нужно вот теперь сюда будет вернуться, этого убить и убить этого. Но для этого мне нужны обкурши убить. Ну как? Ну все, он умирает, я убиваю этого. И я этого не смогу уже убить, поэтому... Не вариант. Знаю, стопэ, вот. Че я тупанул? Почему я посчитал, что я вырезаюсь отсюда и не смогу вернуться? Так, можно немножко назад. Раз, два, три. Раз, два, три. Ага. Слишком сложно.
Ладно, вот это, короче, закончим, и все. Вот черт. Так я только его убиваю, получается. А, давайте помощь возьму. Слева самый мерзкий. Оставь его на десерт, Джейсон. Слева. Да я понял, что слева, но... А как мне тогда этого убить? Ну, допустим, этого, да, я убиваю. Потом я возвращаюсь к этому. Но не... Сложно, сложно, сложно. А последнего я не убиваю. Ладно, подсказку берем. Давай. Ну, я так и делал. Ясно. Так, 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 так. Убит. Вверх, вниз, сюда. И последнего. Он у нас был на десерт. Кровавая баня. Хотя, ладно, давайте уже закончим полностью вот эту главу. Полис. Я понял. Тихо, не туда уже пошел. Тык-тык-тык. Ладно, начнем с такого. Два пукурыша. Здесь я не выхожу, мне только наверх. Вперед. Сюда, сюда. Вот зараза. И все. Да? Блин, а как... Ау, стопэ. Я понял. Так. Или не так. Мне этого убивать нельзя. Блин, он меня просто ловит. Торчка, это по-любому я этого, получается, убиваю. Так. Раз, два, я попытаюсь. Так. Он убегает сюда. Я стою здесь. Так, сюда, 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 сюда. Это я просто бегаю по кругу, ладно. Давай. Я понял, я неправильно уже сделал. Фух, окей. Только так. Ладно, давай, помогай. Слишком сложно. Слишком сложно. Что это было сейчас за магия? Сюда, сюда, сюда.
Окей. Почему не показывают, как его наполовину разорвало? Операция административная, что-то там. Ай, осталось 5 ходов. Раз, два, три, четыре. Блин. Ладно. Final convict. Ха-ха-ха. Еще варианты. У меня всего лишь 5 ходов. Так, вниз. Убивай, ну тут орёт. А там я закрываюсь тогда в ловушке. А, я могу сделать вот так. Раз, два и три. Готово. Как раз еще один раунд. И мне дадут кровожадность. Экзек. Что-то там. Не успел прочесть. Так, ладно, минус. Минус. Ай, гаденыш. Он выживает. Значит, этого нужно будет вторым убивать. Хотя можно сделать вот так. Раз, два. А, и тогда я в западне. А, ну только так мне его убивать придется. А чё я говорю, что я не смогу этого убить? Смогу, алло. А, нет, не смогу. Можно музыку? Вот зараза. Хорошо, сделаем наоборот. Я сначала сюда убиваю этого. Я в западне. Бегу вниз, бегу к этому, убиваю его. И все. И мне нужно будет только, блин, как-то тогда этого нужно выцепить. Не то. Ай, окей. Допустим. Ладно. Так. Ай-яй-яй, как же мне этого тогда убить? А, татю. О чем я? Это было просто легко, оказывается, все. Просто нужно было подумать, хорошо. Как раз мне дают новую шмотку, и все. Глава заканчивается, и тогда я на этом закончу. Седьмое. Что же в сундуке? Конек, серебряный класс. Экипировать. Зона особого режима. А, вот это последнее. Не дай им лишить тебя свободы, Джейсон. Ты не должен сидеть здесь, на электрическом стуле. Да, я не должен сидеть на электрическом. Поэтому я все сделаю правильно. Или нет? А не. А дат. Блин, я попадаюсь тогда. А здесь не один проход, поэтому как второй вариант. Так.
и остался только он. Готово. А вот мой выход на свободу. Вы хотели меня поджарить? Посмотрим, кто теперь будет жареный. Увидимся в аду. Пипец его колбасит. 50 убийств. Локдаун. Сбежал. И все, давайте тогда на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, и может быть я продолжу проходить эту игруху, но я подтверждаю, что может быть. Поэтому всем пока.